В 2014 году на железнодорожных путях Шадринского района Курганской области было травмировано 11 человек, 8 из которых скончались. Такая печальная статистика послужила основанием для проведения Курганской транспортной прокуратурой проверки. В соответствии с требованием федерального закона о железнодорожном транспорте в Российской Федерации, организации железнодорожного транспорта обязаны предпринимать правовые и технические меры, направленные на предотвращение транспортных происшествий, снижение риска причинения вреда жизни и здоровью граждан. На протяжении последних лет основным травмоопасным участком в городе Шадринске является перегон Шадринск-Качусово. На указанном участке еще в начале года отсутствовало ограждение. После принятия мер прокурорского реагирования должностными лицами Шадринской дистанции пути приняты меры по установке ограждения на указанном участке пути. В настоящее время там установлены металлический забор, настилы, закреплены пандусы, установлено уличное освещение. Работы находятся в стадии завершения, и их выполнение постоянно контролирует Курганская транспортная прокуратура. Как сообщили нам в ведомстве, такие меры позволили снизить уровень травмирования на 67%. Так, в текущем году в Шадринском районе зафиксировано 6 пострадавших. В Шадринске один человек получил серьезные телесные повреждения, и на 216-м километре еще один пострадавший отделался легкими травмами. По статистике, если смотреть, 50% – это каждый год у нас практически, каждый год это у нас суицид. Пострадавшие молодеют, если мы берем, допустим, с 2011 года, там возраст примерно где-то был 60-58 лет, то на сегодняшний день, то есть на сегодняшний год, средний возраст – это 23-21 год. То есть с каждым годом возраст пострадавших уменьшается. Как правило, на железной дороге страдают люди, находящиеся в нетрезвом виде. Они переходят пути в непосредственной близости с идущими поездами. Но важно помнить, что тормозной путь железнодорожного транспорта составляет несколько десятков метров, и машинист не всегда может принять соответствующие меры. Константин Чаков, Ульяна Чепал, Александр Киселев, Александр Карпов. Информационное агентство «Курган.ру» из города Шадринска.